Жители Читы, отдыхающие около Забайкальского краевого театра драмы, мусорят на главном крыльце каждую ночь. Об этом сообщил директор театра Юрий Пояркин, назвав такое поведение свинством. Накануне утром в соцсетях появились фотографии, на которых у входа в драмтеатр валялись пачки из-под сигарет, пустые бутылки из-под пива и крепкого алкоголя. Также был раскидан другой мелкий мусор, кто-то подбросил на крыльцо кактус. Руководство театра по поводу привлечения к ответственности виновных написало обращение заместителю руководителя городской администрации по социальным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами Александру Глущенко. В пресс-службе администрации Читы ранее сообщали, что мэрия не ответственна за уборку территории драмтеатра. Этой работой якобы должно заниматься само руководство учреждения.